Опа, реклама, да. Это не ноунейм, это Тянчик. Тян Ками, и это Серега. Ну, как бы, дружище. Свита Хикари. А это просто звонили, Лёше позвонили, поэтому покупай новую версию айфона, чтобы стримить. А iPhone Stream Edition надо выпускать такой. О, вот это тема у ребят. Вот так надо отдыхать. А, да, с пивом пускают, а со стволом нельзя. С пива ты никого не убьешь. Алкоголь убивает ты... больше людей, чем оружие. С пивом ты не опасен, ты всего лишь можешь кого-то зарезать. А вот со стволом, который для игры, ты... прикладом забьешь насмерть. Пивас, да, пивас. Прикинь, пивас можно, а антуражный так, а косплейный вы... ствол нельзя. А, Дин Рум, наверное? Нет, здесь выход есть. Выход, да. Так и узнать бы, где покурить. Вон еще есть. Выход вон туда, наверное, туда надо. Да, а где место покурить ближайшее? Вниз по лестнице. Я тебе специально поймал. Успел. Я не троллю чуваков на стримфесте. Так это же мой друг. Зачем мне троллить друга? Серега хороший пацан. Зачем людей огорчать, что-то им рассказывать? Они и так тут все грустные. Я еле прохожу сюда. Я серьезно башкой цепляю потолки. Тут опять карличья нора какая-то. Ты смотри. Вы смотрите это. Вот я иду. Вот я прям в колее иду какой-то. Пригибаться надо, опасно. В случае войны здесь шлема надо носить. Отобьешь все мозги себе. Причем пролеты на лестнице не одинаковые, потому что какие-то я проходил нормально, а другие я цеплял башкой. У нас как раз время на перекур и вернуться к бобру. Вернуться к бобру, отдохнуть и погнать послушать Лексион. Лексион. Я чувствую запах сигарет. Я даже вижу, как там уже все дымят. Самые серьезные ребята на всем мероприятии. Кстати, ты можешь выключить рацию. Здесь нам негде потеряться. Слишком негде. У меня уже начинает побаливать спина. Мне надо перетянуть будет лямки все-таки по-другому. Я сегодня первый день с рюкзачей. Ууу, как же светло. Давайте, ребят, мы с вами прервемся, и я попозже запущу еще разочек. Сейчас я на зарядку поставлю как раз Лешин телефон. Вот, далеко не уходите. Минут через 10-15 продолжим. Окей. Нет никого. Ты меня обманул, да, я что сюда шел? Никого нет. Все, давайте, одни куны, да. Конец.